Не только лакомиться блинами, но и виртуозно подкидывать их на гигантской сковороде. Праздник Масленицы – один из любимых в России. Дети любят его за вкусные угощения и веселые игры. Провожать зиму нужно смехом. В Центре народной культуры «ЛАД» дети с успехом это делают. Для них сегодня Масленкин день. Ребятам предлагают отгадать загадки и рассказывают истории про каждый масленичный день. Вы знаете, кто такой зять? Нет, Чтобы съесть много блинов, надо нагулять аппетит, поэтому школьники принимают участие в подвижных русских забавах. Ребятам праздник по душе. Мне больше всего понравилось, как мальчишки перетягивали канат. Еще я узнала, что у Масленицы 7 дней празднуют. Мы играли в игру всем классом, ну, что можно на Масленице кушать. Говорили... Ням-ням-ням, это значит, что можно. А если фу-фу-фу, это значит, нельзя это кушать на Масленице. Теперь ребята знают, что лакомиться блинами можно еще до воскресенья. А сотрудники народного центра делятся простыми рецептами приготовления солнечного блюда. Блины бывают у нас разные. Бывают на молоке, бывают просто на водичке. А вот я стряпаю просто яйца. Водичка, мука, сахар, соль и растительное масло. И вы знаете, они получаются ничуть не хуже, чем на молоке. Очень тоненькие, мяконькие и вкусные. Кто еще не успел приготовить блины, самое время начать, ведь разгуляй неделя продолжается. Елизавета Наконечникова, Екатерина Кузнецова, Интера ТВ.